Итак, электроскутер поломанный, восстанавливается помаленьку, и к нему я подключил литиевый аккумулятор от Litocal 48 десяточка. У меня уже куча планов. Подключил вот такой вот автомат на 25 ампер, автомат по переменке. Короче, на постоянку что-то не нашел, искал, прикинул вот заднее крыло, которое восстанавливал, и надо, наверное, снять пару роликов, напомнить это все дело, потому что давно я про электроскутеры ничего не снимал. В общем, ребят, чтоб поставить вместо свинца литий, просто вот так вот его впихнуть лучше не впихать. Сразу рекомендую сделать нормальные переходнички под него. Все провода отрезать, хорошие провода прокинуть. Вот то, что сделал я. Если у вас есть провода переходные, ну тут, к сожалению, спрятаны они уже. Здесь есть отрезки проводов, кусочки, которые служат для падения тока. Вот их необходимо также оставить, то есть их не удаляем, а удаляем непосредственно те, которые идут на свинец. Суть такая, литий, он просаживается, но он вообще не просаживается, поэтому нужно как бы быть внимательным. Предохранитель, автомат обязательно ставим. Это дело у нас такое. Я теперь понимаю, почему у людей горели контроллеры, когда они переходили на литий и ставили 13С вместо 12 или 14 или 15С на контроллеры, и у контроллеров подпаивали шунты. Теперь все это стало на свои места, почему это все происходило. Короче, провода я использовал 4 квадрата. Замерял ток. Если кому интересно, наверное, я буду переснимать это все дело. То есть разъем я поменял, вот такой вот был, на XT60. Ну, это тоже неплохой, но у меня, к сожалению, не было на него папы. Это у нас мама идет на аккумуляторе. Короче, я взял XT60. Один ухайдохал, внутри вот сломал. Тут, короче, приходится использовать не просто канифольку, да, а паяльную кислоту. Для того, чтобы это происходило быстро, и 100-ваттный паяльник. После того, как мы это все дело подключаем, видите, у нас стрелка не пытается даже шелохнуться. Костя себе уже на такой скутер установил аккумулятор и сказал, что рвет он очень сильно. Но это не мудрено, просадок у него нету. Если на свинце у нас стрелка заметно отклонялась, даже на заряженном аккумуляторе, то тут это происходит весьма незаметно. Максимальная скорость здесь стала явно больше. И это причем не предел. Раньше я для того, чтобы повысить скорость, использовал дополнение к свинцу из литиевых аккумуляторов. Вот такой вот блочок, ему 100 лет в обед, вы его видели. Он уже тут развалился, из ультрафайеров состоящий. У него емкость больше 20 ампер. Я не знаю, почему все хаяли эти аккумуляторы, но когда я их взял, емкость здесь была нормальной. Можно, по идее, его установить, тем самым увеличить напряжение, но как это все дело заряжать, это уже совершенно другое. Соответственно, этот аккумулятор можно вообще положить в сидушку. Вы видите, какой маленький. Провода сейчас буду укладывать. Также надо будет поменять на светодиоды оптику заднюю. То есть вот такого плана электроскутер у меня получился. На литии провода будут уложены таким образом, потому что к этим проводам будет еще дополнительно подключаться свинец. То есть литий убираться, подключаться свинец. И когда литий садится, чтобы провести полные испытания полевые, то есть можно было добраться обратно на свинце. Так что, надеюсь, мы с вами в этом году покатаемся. Надо его увезти. Я придумал, чтобы его не пилить, можно снять переднюю вилку и должен в салон автомобиля, в принципе, влезть. Вот такая вот красотуля получилась. Также у меня есть еще одна идейка. Ну, там потребуется сварочник, болгарка,
ну, много чего понадобится, но это уже другая история. Надеюсь, воплощу эту идею в реальность. И тогда у нас получится такой полувечный электромопед. А на этом пока что все. Следите за продолжениями. Если я соберусь, все-таки я поснимаю ролики по поводу подключения, потому что вопросов очень много задают, особенно что вот это вот за контакты, да, за гнездо, что вот это вот за гнездо, то есть вопросы есть, а ответов почему-то люди найти не могут. У меня спрашивают, я отвечаю очень просто: ребята, на расстоянии это вообще большая проблема подобные вещи подключать. Это у нас идут датчики Холла. Это у нас идет приборка. Это у нас идет, если не ошибаюсь, спидометр. Вот если его отключить, вот тут аккуратненько вот сюда куда-нибудь убрать. Видите, он не показывает. Многие люди делают предположение. Есть подобное гнездо, идет не спидометр, а есть идет торможение по плюсу обычно идет. То есть разные скутеры, разные провода, разные контроллеры, разные данные по ним идут. Опять-таки это можно найти либо в описании контроллера. Если нет, реально методом тыка все это легко можно догадаться. Опять-таки, если знать, как это все дело должно заводиться. Вот такое вот маленькое видео. Так что на литии все работает. Скутер можно, в принципе, собирать, если бы не снимать еще какие-то обзорчики, по которым, в принципе, нужно дать пояснение, потому что меня опять-таки подписчики просили, и они ждут. На этом все. Всем удачи. Всем пока.